Здравствуйте, я Андрей Костюченко, и вы смотрите видеообзор Huawei Honor 3. Это третья версия смартфона из линейки Honor, который отличается пылью и влагозащищенным корпусом. Honor 3 выполнен в фирменном стиле производителя, который нередко используется при разработке флагманских устройств, например, Huawei Ascend D2 и Huawei Ascend Mate. На данный момент устройство выпускается в белом цвете, но не исключено, что производитель решит выпустить Honor 3 в других цветовых решениях. Вся лицевая панель надежно защищена специальным покрытием, под которым находится дисплей с белой окантовкой. Вверху находится системный индикатор, фронтальная камера, решетка разговорного динамика, датчики освещенности и приближения. Под дисплеем размещены три стандартные клавиши – «Назад», «Домой» и «Контекстное меню». Корпус смартфона окантован пластиковой рамкой с перламутровым оттенком. Кнопка включения блокировки и совмещенная клавиша регулировки громкости расположена на правой грани. В отличие от Honor 2, в котором производитель использовал заднюю панель с матовым покрытием, тыльная часть Honor 3 сделана гладкой и блестящей. Впрочем, несмотря на это, отпечатки пальцев на задней панели практически незаметны. На заднюю панель вынесены выступающая камера со светодиодной вспышкой и музыкальный динамик, а внизу вы увидите логотип производителя. Внутренняя часть крышки оснащена прорезиненным уплотнителем, который защитит батарею и системные слоты от проникновения влаги. Huawei Honor 3 сертифицирован по стандарту IP57. Это значит, что смартфон не только не боится пыли и влаги, но и способен выдержать погружение в воду до 30 минут на глубину до 1 метра. Таким способом, если аппарат случайно свалится в ванную или вам захочется вымыть смартфон под проточной водой после падения в грязь, с Huawei Honor 3 все будет в порядке. Штатный динамик устройства выдает саунд среднего качества. Однако при подключении хороших наушников звук волшебным образом преображается. Весит Honor 3 138 грамм при толщине в 9,9 мм. Новинка оснащена IPS-дисплеем с диагональю 4,7 дюйма, который имеет разрешение 1280 на 720 точек и выполнен на основе технологии InCell, при этом удалена воздушная прослойка. Плотность пикселей составляет 315 ppi. Даже если вы обладаете зрением молодого охотника из клип, то все равно не сможете заметить пиксельную сетку невооруженным глазом. Кроме этого, матрица отличается высокими углами обзора, большим запасом яркости и естественной цветопередачей. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 4.2.2 с графической оболочкой Emotion 1.6. Последняя включает предустановленный пакет фирменных приложений и сервисов, а также отличается возможностью глубокой настройки. Более подробно ознакомиться с предустановленным программным обеспечением можно в нашем обзоре смартфона Huawei Ascend P6. Honor 3 создан на базе фирменной аппаратной платформы HiSilicon K3 V2E, которая включает 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц и 16-ядерный видеоускоритель Immersion 16. В смартфоне установлено 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD с максимальным объемом 32 гигабайта. Производительность смартфона находится на среднем уровне. Ее вполне достаточно для комфортного выполнения повседневных задач и запуска большинства игр. Фронтальная камера Honor 3 с разрешением 1,3 мегапикселя отлично подходит для видеосвязи по Skype и созданию автопортретных снимков. Особо отметим режим украшения, с помощью которого ваше лицо будет выглядеть так, как будто с вами поработали гримеры журнала Vogue. Основная 13-мегапиксельная камера справляется с поставленной задачей на все 100%. Снимки отличаются высокой детализацией и естественной цветопередачей. Максимальное разрешение фото составляет 4208 на 3120 точек, а видеозапись происходит в формате Full HD. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi BGN и Bluetooth 3.0. А кроме этого, смартфон оснащен модулем GPS с поддержкой российской навигационной системы GLONASS. При холодном старте Honor 3 соединяется со спутниками в течение нескольких минут, а при постоянной работе соединение происходит мгновенно. Для зарядки и синхронизации с компьютером предусмотрен разъем microUSB. Смартфон комплектуется литий-полимерной батареей емкостью 2150 мАч. В режиме минимальной нагрузки при среднем уровне яркости и отключенных беспроводных модулях Honor 3 продержится без подзарядки примерно 2 суток. С использованием ресурсоемких приложений, веб-серфинга и просмотра видео время работы сократится до нескольких часов. В среднем при выполнении повседневных задач ресурсы аккумулятора хватит на полный рабочий день. Huawei Honor 3 отлично собран, а пыли и влагозащищенный корпус отлично защищает смартфон при повседневном использовании. Также хочется отметить великолепный дисплей и отлично проработанную графическую оболочку.